Тишина. Шаг под шаг. Смотрите, видите белую линию? Что я делаю? За белую линию я выношу пяточку. Сантиметров 10. Видно? Видно след? Но не вот такой шаг. А сантиметров 10-7. Смотрите, что я делаю. Я раз вынес. Следующее движение. Видите, как у меня пятка стоит? На минимальной точке опоры. То есть не вот так, а вот так. Понятно, да? Я присел. И дальше у нас опять все начинается с таза. Видите, я повернул, у меня же поворачивать тазом некуда. То есть, ну, мешает нога. Я взял на минимальной точке опоры, поставил. Запоминаешь слова, ты будешь повторять. Я у тебя буду спрашивать. Раз, поставил. Видите, я таз доворачиваю. И встал на вот эту точку опоры. Видно. Дальше я делаю на минимальной точке опоры вот такое движение. Делаю на кольце, да? От таза. Еще раз напомню. Следующее каждое движение начинается от таза. Я делаю раз, поставил вот сюда. Контроль. Я раз, два, три, делаю, да? Видно, да? Между пятками отличный коробок. Кроссовочки снимать. 5 сантиметров. Сделали. И опять, видите, я завернул таз. Вот здесь. После этого я разрешу. Раз. Все начинается по новой. Все начинается работать тазом. Я сделал движение тазом. Вернул ногу. Нога поставил. Я еще раз сделал движение тазом. Я потом с вас и это буду спрашивать. Я говорил движение тазом? Скажи, да, говорил. А почему? Забыл, послушал, не запомнил. Видите, я сделал. Я приподнял ногу. И опять движение тазом. Я сделал вот это движение. И опять, видите, я дошел, чуть-чуть повернул. Раз. И она пошла. Вот, раз. Видно? Я пошел по квадрату. Поработали.